Сегодня в военно-патриотическом движении «Юнармия» состоит около 5000 севастопольских детей. В четверг их ряды пополнили еще 550 девчонок и мальчишек. Торжественные церемонии всегда проходят в знаковых для города героя местах. На этот раз это плац Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Нахимова. В юноармейском движении вам предстоит пройти непростой, но интересный путь. Уверен, что здесь вы сможете не только получить новые знания и умения, но и сформировать характер, развить духовно-нравственные и физические качества. Проявляйте инициативу и настойчивость в достижении поставленной цели. Перед вступлением в ряды юнармии ребята хором произносят клятву юнармейца. Она обязывает юных севастопольцев следовать простым жизненным ценностям – искренности, честности, взаимопомощи, верности Отечеству. Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Значки ребята получают из рук курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Это значит, что я вступаю в патриоты Российской Федерации с города Севастополя. Это патриотизм, это гордость к родине, это любовь к родине. Даже это очень приятно. Тяжело было их получить? Нет. Ну, с какой-то стороны, да, с какой-то нет. Потому что ты гордый и ответственный, а с другой стороны ты радуешься и как бы даже и не думаешь про это. Для самых маленьких получение значка – волнительный момент. Их поддерживают старшие товарищи, те, кто уже успел понять, что значит носить почетное звание юнармейца. Многочисленные слеты и мероприятия под эгидой Всероссийского общественного движения дарят ребятам море эмоций. Что говорить о показательных выступлениях спецназовцев? Дым, взрывы, стрельбы буквально приковали внимание сотен ребят. Они еще боятся, волнуются, но у нас какой-то уже есть командный дух, и мы все за одного. Но мне больше всего запомнилось, когда мы ездили на Сапун-гору, на лазертаг. Это было вообще классно, потому что много было юноармейцев, и как бы это было интересно, и там нужна была физическая подготовка, и для нас это в будущем очень пригодится. Работая в команде на пути патриота своей страны России, мы в движении юнармии именно как раз формируем патриотические качества. Любовь к своей истории, почитание, уважение. Ветеранов. Также 24 мая дали старт новая идея «Сердце юнармейца». В рамках проекта ребята будут навещать ветеранов и просто пожилых одиноких людей, общаться с ними, по возможности помогать по хозяйству. Такая тимуровская инициатива взрастит у юнармейцев чувство уважения и почитания старшего поколения, верят в руководство юнармии. Михаил Журавский, Денис Александрович, Севинформбюро.